Всем привет! Поедем сегодня на нашем газомере за березовыми вениками. Ну, за ветками березы, кто не знает. Ну и заодно мы еще заедем на озеро. Искупнемся, отдохнем денек. Ну, короче, поедем на весь день. Вот поэтому поедем на газомере. Там загрузили он кузов, Андрюха, покажи, что мы нагрузили. Так, загляни маленько. Наклони вниз.
Все, сейчас обкупываемся и будем веники вязать. Там же в лесу есть еще кучка вон березы свалены. Ну как водичка? Мешка арбуз охлаждает. Сейчас чайник заварим, перекусим немножко, время уже обед. Андреяна, что, накупались? Да. Обедать будем? Да. Ну давайте, разбирайте обед. Вот такой вот для перекуса тут у нас. Небольшой завтрак туриста. Тихо там чайник сзади, Мишка. Давай, Андреяна, запаривай. Лапша. Так, это пусть запарится, давайте распечатывай, Машулька, с грибами лапшичку. Мишаня, распечатай. Что у нас еще-то есть тут? Ну, у нас хлеб, в основном чай. Чай надо сейчас запарить тоже. Пряничке. Пойдем работать. Веников мало нарубили, надо еще. А то поехали за веником, должен полный газик. Размешивай, размешивай. Хорошо. Вилка у нас. С крабовой палочкой. А, пахнет. Да. Тебе размешали? Угу. Ну я, да. Это я. Thank you.
все смываются, народ. А мы, видишь, какие модные. Какую-то рекламу тут делаем бесплатно. Чего-то непонятно. Надо вот этих, выкиньте мусор, сходите, арбузы. Да, Машуль? Все, мы от дождичка спрятались. Сейчас ливень будет хороший. Ну вот пусть он будет туда стекать, ничего страшного. Маленько можно мочить. Ой, тут жарко, кстати, стало. Домик наш со стороны. А потом мокрые будете сидеть, да? Погодка успокоилась. Тишина. Вообще красота. Ветра не стало. Ляпота. Утки вон там плавают вдалеке. Ну, не видно будет. Вот такая вот красота. Больше нас дождик напугал. Так, ну все, день прошел. Собираемся мы домой. О, тут никого уже нет, все уехали. А я даже не заметил, вон последняя машина уезжает. Ну, вон там еще купаются деревенские. Сегодня народу мало. Дождь всех испугал, все посмылись. Короче, можно было тут еще часика три посидеть. Вот такая красота. Конечно, веники мы так и не сделали, где они там валяются. Ну ладно, дома будем вязать уже их. Ничего страшного. Машечка тут творит. Ну-ка рассказывай, что там эти. Лягушки. А если кто-нибудь ноги порежет об них? Видите, что Маша сделала? Они сейчас уйдут. Уйдут они? Да. Ты так думаешь? А что тут оставила половину? Крышки. Понятно. Ну что, понравилось на озере? Да. Еще будет 3 часика. Да? Чемодан еще дал порулить. Пусть порулит ребенок. А то он делал. Не, вот тут краями, да. Машулька сгорела вся. Доедь, не бойся, поехали. Все, накупались мы. Успокоились. Да. Скажи так вдоль берега, пусть и едет. До конца. До конца, прям. До конца. Вот, надо вот, прям подъезжать и рубить, да, Мишка? Серега. Вон костер не потушили, видишь? Деревенские, блин. Да нафиг ты объезжаешь, едь ты прямо.
Мишанька? Нравится? Ну все, покидаем мы озеро. Ну, беги. Ой, блин. Нифига тут подпрыгивает. А ты вот так там быстро ехал, тут вот так. Ну а ты как хотел, Мишанька? А как солдаты ездили? Там не так еще летают. А там еще за рулем вот такой студент сидит, который первый раз за баранку сел. Хотя нет, Андрюха-то у нас уже опыт. Оп, оп. Поснимать стоя, что ли? Пока потихоньку едет. Андрюха потихоньку едет. Корни облежает. Здесь нам дадут деляну, кстати, на птичках. Вот уже людям дали, но вот у нас какая-то ерунда тоже интересная. Сдают за 17-й год, да, деляну. Вот кто в 17-м году вставал. Но что интересно, за первое это. Вот сегодня мы подъезжали, тут на венике брали, наш сосед. Дают за первое полугодие, кто писал заявление. А мы во втором полугодии писали. Что вот нам теперь делать, не знаю. А нам-то тоже дровишки надо. Их бы вывести-то лучше сейчас. Сейчас-то поинтереснее будет ездить на газике. И в погодках лучше. И можно вон на речке искупнуться попутно. Такая вот ерунда. Тут хотят вырубить, насадить лесопосадку, елочек сделать. Поэтому вырубают сплошная рука. С одной стороны правильно. Гонщик, блин. Фига, он разогнался. Так и улетишь нафиг. Коробка затягивает, наверное. Что, не прогрелась. Вот сколько пижмы. Кстати, за клубникой надо еще съездить. Наши красавицы что-то все работают. За клубникой никто ехать не ходит. Ну вот видишь, они свалили сегодня, смотри. Видишь, уже убрали ветки сразу, да? Сейчас вот плохо валить. Конечно, по осени даже, наверное, лучше будет. Листья осыпятся, ветки, веток будет меньше. Да, Мишка? Только придется нам вдвоем с тобой ездить за дровами. Да, надо манипулятор делать. И будем возить на распуске дрова. А так, нифига, мы замучаемся тут пилить. А у нас-то столько кубов будет дров. Что интересно. Вон, дорожники уже успокоились. У меня Андрюша 100 рублей убытка. Ну, мужики тоже
ужин, обед готовил. А где моя кепка, да? Случайно. Пойду я за руль сяду. Все, добрались мы до дому. Темечка, понравилось? Да. Веников много нарубил? Нет. Короче, съездили мы, называется, за вениками. Ну ладно, веники — это так было. Поедем еще, может быть, на нем куда-нибудь за ягодой, за грибами. У нас, видите, бездорожьев особо нету тут. Поэтому как бы оффроуд только зимой у нас по снегу. В общем, газик нас не подвел, газомер вернее даже. Все нормально, доехал. Крейсерская скорость у нее где-то 55, ну 60. Колеса бы не болтались, ехал бы хорошо. И дорога, конечно, плохая. Ну а так, в принципе, все нормально. Всем понравилось, все довольны. Машуля довольна? Да. Все сгорели нафиг. В общем, побывали мы на озере. Заходите, плейлист ГАЗ-63. Подписывайтесь на канал. Заходите в борт-журнал. Там он называется, правда, ГАЗ-53 на Драйве 2. В общем, оценивайте, комментируйте. А на этом всем спасибо за внимание и до свидания. Пока. Пока. Пока.